Добрый вечер, дорогие любители мегабола. Это мегабольный кубок чемпионов, второй круг, матч между Full Freedom и College Club. Full Freedom у нас за синюю сторону сейчас выступает, и состав следующий. Fresh Lemon в опорной зоне, а Davidas и T в нападении. В свою очередь у College Club'а сам колледж стоит в опорной зоне на воротах, а сундук и опорник в нападении. Для вас матч прокомментирует Вайс, да, и вот первых секунд инициативу берет на себя Full Freedom, ну и ожидаемо, конечно. Но College Club в прошлом туре показал тоже довольно хорошую игру, обыграв Western Wolves. Специально посмотрел я последние матчи и одной и другой команды, и могу сказать, что College Club — это такое открытие молодежной лиги чемпионов, и можно от них ждать сюрпризов. Довольно-таки неплохую игру они показывают. Ну а Full Freedom, ну, конечно, это уже команда, которая всем известна, и уровень игры, который не вызывает сомнения. Несомненный фаворит сегодня. Вот. Вот сундук сегодня у нас на Роналду играет, и замечал я уже в молодежной лиге чемпионов, что часто он на этой карточке выступает, забивает первый гол, заталкивает просто этот мяч в ворота. Да, не самое удачное действие колличей. Ну что ж, посмотрим, как будут разворачиваться события дальше. Еще только полторы минуты прошло. Но ребята не могут пока даже толком из обороны выйти. Конечно, да, уровень именно игроков каждой команды существенно отличается. Вот не закончил я мысль, да, что сундук на Рональдо, и часто он в молодежной лиге чемпионов хорошо убегал, и карточка играла ему хорошую службу. А вот наконец-то и College Club выходит в атаку. Но Fresh Lemon спокойно выбивает мяч, никакой опасности у ворот нету. Колледж выбивает. Fresh Lemon. Кстати, не замечал я раньше. Ух, какой сильный удар от Fresh Lemon получился. Едва мяч не залетает в ворота. Вот не замечал я раньше, чтобы Ти сам выходил на матчи. Хоть он глава Full Freedom, но может. Посчитали ребята, да, что матч будет для них довольно легким, и можно не самым боевым составом выходить. Ну, хотя я не думаю, что он не достоин, да, основы своего клуба. Вроде все делает он неплохо. И видите, нет никакого разгрома колличей, да. Первый тайм пока всего 1-0, и хоть и Давид... А сейчас второй гол Давида забивает. На мастерстве просто переигрывает колича. Там ошибка его. Не до конца доиграл в моменте. Ну да, только хотел похвалить колличей, да, что всего 1-0 в первом тайме. Как тут же пропускает второй гол. Ох, и снова ошибка колича. Давида сможет ли решить? Нет, не получается. Там уже и сундук подстраховывал. Пас на Ти. Ти на Давидаса. Неплохо. Давидас надо было возвращать на Ти. Но и так гол получается. Продавливает Давидас. Очень легко колича. 3-0. 3-0 уже. И начинает сыпаться потихоньку College Club. Что ж, ну не все матчи. Получается хорошо сыграть. Сейчас сундук. Как от борта зарядил, а? Распечатал рамку Fresh Lemon. Сам в шоке парень. Куча вопросиков пишет. Ну да, тут, конечно, продавочка никак не могла бы получиться. Кстати, на чем там у нас Fresh Lemon-то играет? На Ибрагимовича. Все нормально с карточками, никаких проблем. Ну, конечно, гол абсолютно рандомный, но может быть для моральки то, что надо. Ти прострелит вперед. Колич очень много ошибок допускает в этом тайме. И по большей части из-за него, да, счет стал именно таким. Ну а Full Freedom спокойненько катает, и еще один гол забивает Давидас. Хороший гол, но можно было его
отбивать Колича. Даже вот в прошлом матче, да, с Вестерн Вульфом, именно в кубке, когда играл Колич, отмечал Мэтт Форкуки не самую сильную его игру, даже на фоне своих же игроков, и сейчас это еще раз подтверждается. Но опорнику, ну, нельзя быть слабым звеном команды. Хорошая распасовочка, как видим, пятый гол не забивают. Возможно, следует какие-то перестановки сделать ребятам. Опорник вроде бы сам по себе неплохой опорник. Так, надо написать ребятам, что меняемся. Меняйтесь. Так. Есть ли тут какие-то замены? Ну вот у Фридома есть еще игроки, да. Есть Кулсет на скамейке. Дадут ли ему поиграть? Да, вот Кулсет, кажется, выходит вместо Ти. Ой, так, что-то я промазал по вопросику. Ну ладно, все ребята пишут гол, начинаем второй тайм. Ну, сразу же идет в атаку. Full Freedom, пока не... О, да, вот о чем я и говорю. Совершили необходимые перестановки Колледж Клаб. Опорник пошел в опорную зону, а Колледж вышел в нападение. Конечно, возможно, борьбу он будет по большей части проигрывать, тем более такому игроку, как Давидос, да, сильный игрок, все его знают. Но, по крайней мере, в опорной зоне поменьше ошибок наверняка должно быть. Но сейчас вот Кулсет чуть было тоже не создал опасность серьезную ворот. Напасно так, такие неприятные мячи летят в штрафную зону Колледж Клаба. Пока голу это не привело, но рандомненько как-нибудь могло бы и залететь. А сейчас Фреш Лемон против Сундука. Сундук что же будет делать? Ну, не дает мяч выбить этому Фреш Лемону. Фреш Лемон, кстати, не был как таким основным, да, опорником у Full Freedom. Насколько я помню, Кулсет стоял какое-то время на воротах. Ох, Давидов, хороший гол. Ничего не могут сделать Колледж Клаб. Абсолютно не беспомощный в этом матче. Очередное доказательство, да, насколько различается уровень молодежной Лиги Чемпионов от Лиги Чемпионов. Как бы ни старалась команда, как бы не хорошо они могли играть в МЛЧ, да, побеждать там, Лига Чемпионов — это совсем другая ступенька. Опорник сильно далеко выходит, ну, и большое у него, видимо, желание, да, помочь команде забить гол, и это приводит, скорее всего, к голу в их ворота уже. Да, видите, на классе спокойно он действует, не ошибается. 2-0 в тайме. Обратно загоняют на ворота Колича. Даже не возражает капитан, да, своего клуба по поводу слов игрока, полевого опорника. Сразу понятно, кто больше в клубе на себя тянет одеяло. Не надо сильно выходить, тем более за спиной игрок. Аккуратнее надо уже играть. Пусть нападающие разбираются. То, что счет отрицательный для команды, не значит, что надо, сломя голову, идти вперед, забывая про оборону. Это же только приведет к очередным забитым мячам. Ну что, сундучка зажимают, не дают ему убежать. Все очень спокойненько. У Full Freedom никаких проблем. Колледж попытался дать опорника. Ну вот опорник тоже неудачно действует, да, такая. Думаю, не собирался никакую скидку делать. Хотел потолкаться с Кулседом и в итоге задел мячик. Колледж выбивает пока что. Давидос. Лимончик. Такого хорошего паса не получилось. Опорник что будет делать? Пока ничего, пробраться просто вперед. Сейчас неплохой пас от Фреш Лемона. И будут зажимать Колича. Легко очень. Все такие микро моменты выигрываются в
Full Freedom. Ну, сейчас такой, да, неудачный. Ну, рандомники такой, можно сказать, даже отскок на их половину поля получился. К сожалению, пока что борьбы никакой серьезной не получается, но Сундучок тоже и опорник стараются изо всех сил что-то придумать. Сейчас хороший пас, но все накрыто в штрафной зоне Full Freedom. Сундучок. Сундук. Пытается продавливать Ибрагимовича. Ой, ну зачем же это делать, если можно было отдать пас на практически свободного опорника. Ну да, его накрывали, но, по-моему, хорошее положение занимал. И кто-то забивает, кто-то забивает. Глупый очередной гол. Уже ребят, да, ну, молчат. Это, кстати, очень похвально, что не начинают ребята ругаться в таких ситуациях, что уже понимают, да, что победы им, скорее всего, в этом матче не увидеть. Но, по крайней мере, не сыплятся друг на друга оскорбления и упреки. Это очень важно. Уже в открытый подсос практически, да, идут игроки Full Freedom, потому что никакой опасности и никакой сложности не чувствуют. Может быть, нервничают очень сильно игроки College Club, все-таки такой серьезный соперник, они еще, ну, не встречали его ранее. Не знаю, конечно, насчет кубков вне официальной группы. Ох, как продавливает Давидос, но не смог замкнуть колледж. Ой, кулсет. И тайм второй подходит к концу. Счет 8-1 итоговый по двум таймам. Еще 5 минут. 5 минут мегабола. Ну, надеюсь, что пару баночек-то, да, закатает College Club. Так, все поменялись, но... Так, кулсет вышел. Спрашиваю я, го? Давид говорит го, College Club тоже говорит го. Поехали, последний тайм. А зачем затягивать? Давайте, College Club, соберитесь. Вы же собираетесь в ЛЧ, вы собираетесь бороться с этими командами, поэтому нужно набираться опыта, да, не боясь играть. Ух, хороший пас на Давидоса, и спокойненько он закатывает мячик. Ребята решили себе, да, очков ассистентских и голевых подфармить. Ну, Колич, помогай, молодец. Тоже так засомневался, но сомнения понятны. Неуверенность чувствуется, да, в игре и Колича, и в принципе, у других игроков тоже она присутствует, но по большей части, конечно, ошибается сильно Колич. Точнее, его ошибки более заметны, чем у остальных. Сундук там пытается накрывать кулседа, вокруг него так наяривает, и Колич чуть не привез сам себе, Сундук спасает. Ну вот, Сундук молодец, Сундук единственный такой, да, игрок, хоть и на Роналду выкладывается по полной в этом матче. Забил гол. Единственный пока для своей команды. Колледж надо забивать. Нет, не получается. Уже не держит даже особо. Не кроют игроков Колледж Клаба, игроки Full Freedom. И все равно не получается забить. Что ж, опорник. Ну что, надо давать пас, наверное, да? Даже не знаю, что лучше было делать. Сундук находился далеко достаточно. И, ну, чтобы до него мяч дошел, это большое везение надо было. А Фреш Лемон свой угол тоже накрывал. Никакой возможности забить в ближний не было. Колич, ну зачем идешь толкаться? Если бы проиграл борьбу, то все, был бы, скорее всего, забитый гол. Фреш Лемон, не получился пас. Прессингует опорник, прессингует. Ну, не сдаются нападающие, стараются изо всех сил. Но в этом тайме уже, да, и Full Freedom подрасслабились. Уже не так активно в нападении они действуют. Так, это у нас получается, да, 8 игр, значит, ну, примерно, да, 1/8 стадия. И увидим мы Full Freedom. Ох, Колич забивает такой внезапный мяч. Я уже даже особо
Не обращал на них внимания, извиняюсь. Но забили, молодцы. Молодец, колледж. Там небольшой вклад внес. Ох-ох-ох. Вот такой гол сам себе опорник привозит. Вот такая вот голевая 30-секундка получилась. Баночки прилетели. Ну вот интересно, в 1/4 стадии сколько команд из МЛЧ мы увидим? И получается сейчас 8 из МЛЧ, да, 8 из Лиги Чемпионов. Мне кажется, честно говоря, что вот команды 3 должны все-таки пройти в 1/4. Ну, называть их, конечно, не будем, кто знает. Но мне почему-то кажется, что выстрелят несколько команд, и будет интересно именно за ними понаблюдать, да, в дальнейшем. Ну, в дальнейшем турнире таблицы. 4-1 уже в тайме. Ну, такие мячи летят уже. Уже не принципиальные абсолютно, да. Ничего не решающее. А счет там так был 5-1, 2-0, это 7-1, и сейчас 11-2 счет на данный момент. Впереди Full Freedom, конечно же. Сенсации не получилось в этом матче, супер напряженной борьбы тоже, но пожелаем игрокам College Club не расстраиваться из этой победы. У них еще впереди много-много игр в МЛЧ, и пожелаем им также уверенно играть, как они играли раньше в МЛЧ. И не переживать. Это хороший гол такой, красиво получается. Переправить мяч в ворота опорнику. 11-3. 11-3 становится общий счет. Ух, как подглючило немножко и... Прям насквозь опорника мяч пролетел, как мне показалось. Пас на Лимончика, хороший. Неплохие такие, да, комбинации иногда получаются у Full Freedom, но по большей части на индивидуальном мастерстве большинство голов было забито. Ну или на, да, на глупых ошибках опорника колличей, когда удавалось закинуть ему мяч за спину, и игрок приспокойненько добегал и забивал мяч. Ну-ка, получится ли? Нет, не получается. Затолкать фрешлем он грамотно сыграл. А вот сейчас неграмотно фрешлем сыграл. И сундук в какой-то момент не забивает гол. Да, 6 секунд до конца игры. Ну что ж, спасибо командам за игру, а вам, дорогие зрители, за просмотр. Всем пока.